Приветствую вас, друзья. Расскажу вам про такое событие. Топография, гонка на миллион золота. Стартует это событие 22 апреля 12 МСК, заканчивается 3 мая 12 МСК. На сайте игры Мир Танка можно зайти и нажать в этом событии кнопку «Участвовать». После чего заходим в игру, выбираем режим топография, карту Ласвель. Там у нас 4 сценария и стараемся пройти их как можно быстрее. Я эти сценарии прошел, потратил на каждый сценарий по пару заездов. Засчитываются только те, там где вы выжили. Суммарное время прохождения всех 4 сценариев и является вашим результатом. Кто быстрее прошел все 4 сценария, тот займет лучшую позицию и получит лучшую награду. Призовой фонд 1 000 000 золота. Мне это событие показалось сначала типа, да ну, шутка какая-то, какой режим топография? Он же, ну, для новичков, для тех, кто вообще, ну, с игрой не знаком, посмотреть карты, пострелять там, разъезды какие-то стандартные поизучать. Опытным игрокам этот режим ничего нового не показывает. Но вот для новичков этот режим, я считаю, что прям в самый раз, когда я начинал играть, такого не было. Нужно было самому в бою на ходу учиться и развиваться для того, чтобы показывать результат. Нельзя было потренироваться перед боем, никаких таких вот режимов не было. Сейчас новички могут зайти и просто сами поизучать карты, прежде чем отправиться в режиме рандом играть против игроков. Также у нас еще у контрибьюторов тоже там свое соревнование, кто быстрее это все пройдет, со своими призами, но они скорее опять же для зрителей. Лучшие контрибьюторы получат золото для своих зрителей. Ну а игроки могут посоревноваться в гонке за миллионом золота. Возможно, если бы не соревнование с золотом для зрителей, я бы, может, и не участвовал. Но я подумал, ну раз это для кого-то, не для себя, тогда ладно. Потрачу свое время, заработаю своим зрителям золото, может быть, если мой результат будет хороший. Я попробовал, и мне понравилось. В этом соревновании интересно придумывать, где можно сократить еще время, чтобы быстрее пройти. Это прикольное занятие. Я примерно 1.5 часа покатался, на каждый сценарий потратил по нескольку заездов, понял, где можно сократить время, и даже знаю, где сейчас можно сократить. Там во втором сценарии и в третьем я знаю, где можно еще немножко выиграть время. Суммарное мое время прохождения пока что 15 минут. За первое место 30 тысяч золота. Тот, кто пройдет все эти 4 сценария быстрее всех. Все, кто попадут в топ 5000, получат золото. И даже получат награду те, кто не попали в топ 5000. Они получат по 10 тысяч серебра. Также есть еще гарантированная награда. Если суммарное время прохождения 4 сценариев у вас 17 минут включительно и меньше, то вы выполняете задание с гарантированной наградой, где вам дадут один день прем-аккаунта, 100 тысяч серебра, 250 бон, один резерв на 50% кредитом на час. Я, получается, это задание выполнил, поскольку мое суммарное время прохождения 15 минут. Можно было еще где-то 2 минуты почилить, покататься, пейзажами полюбоваться. И при этом я еще знаю, где можно сократить время и улучшить свой результат. На удивление, это прикольное занятие, которое отвлекает от рандома, от его накала страстей. Здесь можно по-своему развлечься и посоревноваться, получить награду. На удивление, неплохое событие. Поэтому, если хотите принять участие в этом событии, заходите на сайт, открывайте новость с этим событием, нажимайте кнопку «Участвовать». Также в настройках игры включите запись реплеев. Если вы выиграете, у вас могут попросить показать эти реплеи, чтобы убедиться, что вы там нормально все проходили. Ну а на фоне вы видите, как я проходил с результатом 15 минут. Я думаю, уже некоторые могли заметить, в каких местах можно еще сократить время и пройти еще быстрее. Надеюсь, хоть что-то где-то выиграю. Но даже если ничего не выиграю, то мне было интересно посидеть, подумать, как быстрее проходить эти сценарии. Это прям какой-то отдых от рандома был. Ну и в любом случае я уже выполнил гарантированную награду, так что с пустыми руками я не уйду. Пишите в комментариях, с каким временем вы прошли и действительно ли это было интересно, как и мне. Но везде нужно не перегибать палку и знать меру.
С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, пока.